Древнейший сиреноголовый уже охотится на людей, но ты можешь убежать от него. Чтобы это сделать, ставь лайк за 3 секунды. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем смотреть моды для GTA 5. И сегодня мы с вами поиграем за отца сиреноголового. За того самого первого сиреноголового, который появился в этом мире. Ну что ж, ребят, вы меня много-много раз просили записать, наконец-таки, ролик с отцом сиреноголового монстра. И, в общем-то, сегодня, ребята, у нас появилась такая возможность. Поскольку Siren Head прошел сюда, прямо в ад открылся разлом, через который мы с вами и выберемся в обычный мир. Ну что ж, ребят, в самом начале этого ролика, конечно же, как всегда, хочу попросить вас не забывать ставить лайки. Ребят, ваши лайки самая главная мотивация для меня, поэтому ставьте их обязательно. Само собой, проверьте, стоит ли у вас подписка на канал, потому что только так вы будете в семье призраков, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, ребят, давайте будем с вами потихонечку выходить. Посмотрите просто, какой огромный наш отец сиреноголовый. Я даже не могу на него нормально смотреть, ребят. Нужно будет маленько настроить камеру, чтобы, собственно, играть за него. Давайте, собственно, выходить вот таким вот образом. Отлично. Так, мы с вами, ребята, выбрались в туннель. Так, хорошо. Я тут даже, блин, пройти не могу. Посмотри, каких я огромных размеров. Но я практически на выходе, ребята. Сейчас мы с вами выйдем и посмотрим, какая же все-таки сила у нашего нового и в то же время самого древнего сиреноголового монстра. О да, наконец-то свежий воздух. Ну что ж, ребят, все, мы с вами на улице. И прямо сейчас, ребята, здесь мы с вами можем посмотреть, какие же все-таки способности у древнейшего сиреноголового монстра. Начнем, пожалуй, с того, что выглядит он очень страшно. Просто капец, насколько страшно. Так, офигеть, он прыгает. Погоди, вы просто посмотрите на эти прыжки. Ну и жесть, блин. Так, ладно, хорошо. Сейчас, ребята, будем с вами потихонечку разбираться, что же здесь все-таки у нас такого есть. Так, погоди, это что? Он умеет летать? Да ну нафиг! Ребят, он умеет летать, серьезно, вы посмотрите просто на это. Офигеть, он таких огромных размеров и летает просто спокойно, ребята, в воздухе. Офигеть! Так, а что у нас есть из способностей? Так, офигеть, у него удары. Да, ребят, начнем, пожалуй, с того, что просто посмотрим, какие у него имеются удары. А, так, на нас тут пытаются напасть какие-то чувачки, посмотрите. Так, давай просто их вот так, он просто их вот так вот ручкой бьет по земле. Офигеть, блин. Давайте будем потихонечку пробираться в город, потому что только так мы сможем ощутить всю его мощь. Блин, вы посмотрите просто, как он летит. Это капец, какое жуткое зрелище. Сейчас весь город, ребята, просто будет уничтожен. Так, погоди, я еще... Погоди, мне показалось или это серьезно? Он умеет еще и телепортироваться! Ребят, вы посмотрите! Офигеть, блин, у него способки! Просто жесть какая-то! Реально он телепортируется! Так, я понял, хорошо, ребята. Давайте выходить на дорогу, в принципе. Вот туда. Давай, давай, вот так, отличненько, отличненько. Но у него такие не очень долгие телепорты, не очень длинные, но все равно они имеются. Что там у нас с вами есть из способностей? Их здесь просто огромное количество. Так, два круга у нас имеется. Так, вот эта штука у нас, как я полагаю, делает нам просто обычные удары, да, чтобы мы могли атаковать обычных противников. Например, вот эту тачку вот так ударить. Ну, нафиг, блин, да. Шикарно. Но у нас также здесь с вами имеется некоторое количество способностей. Вот, например, смотри, какой-то шарик. Так, давай отключим эту штуку и возьмем шарик. Да, ты посмотри! Он просто фаерболы кидает! Жесть! Блин, просто жесть, ребят! Он кидает фаерболы! Так, 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 так. Вот так просто, давай туда, вот так, отличненько! Блин, офигеть! Так, от первого лица мы можем, посмотрите, вообще просто вот так вот закидывать всех. Кстати, за него очень удобно играть от первого лица на самом деле. У него такие достаточно короткие руки. Прям очень подходит под него. На меня пытается просто напасть копы. Вы посмотрите, приехал сюда ОМОН. Но я хочу посмотреть, ребята, следующую способку, что он делает. Погоди. Это черная дыра. Ты посмотри, она просто засасывает все в себя. Так, давай еще одну создадим. Вот так, хорошо. Так, где она появилась? Погоди, я не понял, где она? Что происходит? Где черная дыра, ребят? Походу, я куда-то в другое место кастанул. Так, давай вот сюда просто закинем сейчас им прямо в центр. Вот так! Офигеть, блин, просто все залетает в нее, ребят!
Так, она еще и в конце взрывается, прикольно, в отличие от черной дыры Таноса, которую он создает, она реально взрывается, эта черная дыра. Блин, какой жесткий все-таки перс, ребята. Вот так, смотри, просто молния, вылетает молния, погоди, прямо из рук. Так, кого еще можно попробовать ей обфигарить? Вот так просто, чувака, смотри, просто его ребята убили при помощи молнии. С одного удара ложатся, просто с одного удара. Так, а тачку можно взорвать этой штукой? Так, давай, 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 вот так вот юзаем, юзаем, юзаем. Блин, тачку на самом деле долго, ну да. А не, вон, посмотри, она уже задымилась у нас. То есть надо побольше таких атак. Ну да, в принципе, она у нас используется, но как-то достаточно тяжело. Блин, ребят, просто всех вырубаем, ты посмотри на это. Блин, жесть какая-то. Так, что это такое у нас тоже, мне интересно. Так, оп, хорошо. Что мы делаем? Я просто что-то сейчас делаю с челиком. Дружище, так, смотри, мы его подняли. Что? Что происходит? Ребят, мы просто подняли его. Так, он просто летает в воздухе. А это можно? Так, смотри, мы вертолет с вами просто подожгли. Походу, вот что эта штука делает, ребята. Она как-то воздействует на объекты окружающие. Вот машина, она прям сразу же тоже, смотрите, поджигает. А потом все просто начинают... А нет, чувака просто пропеллер подкинул. Я подумал, что его способка это как-то подкидывала. Погодите, людишки, так дайте мне еще кое-что попробовать на вас. Кое-что поэкспериментировать, как говорится. Так, я их просто всех заморозил. Ты посмотри, они просто все заморожены сейчас, ребят. Они просто двигаются на одном месте. Я могу это также отключить? Да, просто могу, ребята, это отключить. Кстати, вокруг нас также есть какое-то поле, посмотрите, которое просто отталкивает все от нашего отца сиреноголового монстра. Блин, офигеть, это просто самый сильный, древнейший сиреноголовый, ребята, в мире. Ему подвластны, как я уже понял, какие-то вообще экстрасенсорные способности. Не знаю, ребят, как правильно это назвать, если честно. Но мы можем просто вот так вот людей поднимать в воздух. Машины можем поднимать. Все вокруг нас подлетело в воздух. Что, блин, вообще такой чувака просто берем? Вообще, я, ребят, даже ничего не пытаюсь сделать. Я просто, грубо говоря, смотрю на них, и они начинают левитировать. Офигеть. Так, что это такое? Мы можем забрать... Да, мы можем забрать у него пушку и просто обстрелять ей. Смотри, мы стырили пушку у чувака. Что, блин? Мы просто стырили пушку и начали ей же и обстреливать этих парней всех. Офигеть просто. Ребят, часть способок вот я на самом деле не вижу, как они выглядят, потому что сиреноголовый огромного размера и на самом деле закрывает большую часть кадра, если честно. Но, в принципе, это все равно прикольно. Так, что я сейчас активировал? Краш. Что такое краш, ребят? Так, мы активировали краш. Все поднимается в воздух. Все просто поднялось. И что дальше? Оно все просто летает? Серьезно? А, и вот можем их выкинуть. Нифига, прикольненько. Так, ладно, хорошо. Давайте попробуем с вами еще способку. Вот у нас есть такая вот штука. Вот, например, куда-нибудь. Давай вот сюда эту штуку закастуем. Походу, это очень близко, да? Так, не, вот! Офигеть, блин! Нифига себе взрывчик! Ты посмотри! Ах, жесть! А в дом? Как это просто выглядит, вы видите? Мы с вами просто раскидали всех! Вообще, ребят, всех, кто был рядом. Это что за взрыв такой безумный? Так, вертолет, давай вертолет попробуем. Так, давай, 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 лети сюда. Лети сюда, братишка. Блин, он, походу, очень далеко. Да. Вау, блин, все равно ребята задели, офигеть. Блин, как это классно все-таки выглядит. Вокруг нас, кстати, какие-то поля, ребята, все это время были. Я их вот сейчас отключил. В принципе, можно так-то и без них нам с вами сражаться против противника. Я думаю, что все-таки этот персонаж не рассчитан на битву в ближнем бою. Он все-таки рассчитан, наверное, на всякие вот эти как раз-таки способности телекинеза. Просто телекинеза. Так, иди сюда, вот так, братишка. Все, мы его просто... Мы просто отталкиваем его. Так, вот этого давай тоже. Вот так, хорошо. Не, мы его к себе притягиваем. Иди сюда, иди ко мне просто. Они умирают, кстати, в то время, как летят просто. Пока они долетают, они успевают умереть уже несколько раз. Так, ладно, давай всех их просто вот так вот сейчас подкинем. Как мы это делали с вами ранее. Просто вот так вот берем всех и кидаем в воздух, блин. Все. Они все просто летают. И сейчас, ребята, попробуем их просто вот так вот сейчас, не знаю, всех оттолкнуть. А, это я к себе, да? Смотри, просто летает. И вот так вот сейчас отталкиваем, ребят, их просто в дома, давай. Давай, улетай отсюда. Вот так, погоди. Можем... А, мы можем просто всех, посмотри. Давай, вот так. Хорошо, ребят, просто отталкиваем всех от себя. Все объекты разлетаются, которые есть вокруг нас.
Блин, ребят, как вам вообще способности такого безумно сильного монстра? По-моему, реально, они очень классные. И то, что он умеет практически все, он умеет и летать, он умеет и управлять людьми при помощи телекинеза и предметами. Он может делать практически все, что угодно. Сами до сих пор летают, кстати, пушки. Я могу сейчас просто их активировать вот таким вот образом. Да, и могу просто обстрелять, вот, допустим, вертолет. Так, давай. Вот так, хорошо. Просто обстреливаем вертик, все, взорвали. Офигеть, как это вообще? Ну что ж, давайте будем, в принципе, заканчивать, наверное, на этом. Вот такой вот у нас с вами получился обзор на нового персонажа, отца сиреноголового монстра. Если вы хотите, чтобы я сыграл за него против кого-нибудь, то есть сразился, то не забывайте обязательно, ребята, ставить лайки. Само собой, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале, ребята. Да. Ну что ж, я желаю вам всем удачи. С вами, как всегда, был я, Жека Гост. Всем пока-пока и до скорых встреч.